Сегодня утром в столице активисты перекрыли улицу Грушевского, а у входа в кабинет министров разложили мундиры. Таким образом, ветераны МВД и военные в отставке продолжают добиваться перерасчета пенсии. Чиновники еще в мае обещали провести с митингующими переговоры, поднять на заседание Кабмина вопрос о повышении соцвыплат. Однако дальше обещаний дело не пошло, так утверждают протестующие. По их словам, каждому ветерану МВД государство должно почти 200 тысяч гривен. Поэтому, как заявляют активисты, пока пенсионеры не получат от МВД заслуженную пенсию, митинги не прекратятся. Котре уже влада доходит до таких просто поступків, абсурду, до такої низкості, не приходять на зустріч, заплановують зустріч, люди приїжджають за 700, за 800 кілометрів, відповідно, за свої гроші. Хочу наголосити і нагадати Шкіряку Зоряну, що не повиняють і не розійдуться. Ми хочемо, щоб всього-навсього виконали закон. Вимагаємо від Верховної Ради, від уряду почати роботу по створенню Міністерства ветеранів. Сотні тисяч ветеранів в Україні сьогодні потребують уваги з боку перших осіб держави. Ми більше не будемо гратися в кошки-мишки із урядом і з першими особами нашої держави. Ми переходимо в наступ. Во время этой акции протеста возле Кабмина не обошлось без происшествий. Автомобиль Porsche Panamera пытался прорвать блокаду и наехал на ногу одному из активистов. Участники акции попытались вытащить водителя из машины, он оказал сопротивление. В результате лобовое стекло авто повредили громкоговорителем и прокололи шину. По словам очевидцев, от водителя разило алкоголем. Дежурившие на месте полицейские увезли пострадавшего пенсионера в больницу, а машину взяли в кольцо. В итоге виновника отпустили, поскольку правоохранители утверждают, что все произошедшее – это чистая случайность.